Понимаете, вот если я себя принуждаю довольствоваться тем, что у меня есть, это какое-то насилие. Но если мне довольно, потому что мне действительно довольно, не потому что мне много, а потому что я рад тому, что у меня есть, поэтому нужно научиться получать удовольствие от того, что у вас есть. Это смещение фокуса внимания с чужого на свое. И, может быть, им имеет смысл заняться этим своим, как-то его озаботить, окружить заботой, чтобы оно проросло, чтобы оно расцвело, ибо вам будет довольно.